Всем привет! Сегодня я расскажу о пустых баночках. Пустые баночки за март. Их было у меня довольно-таки много, поэтому приступим. Закончились у меня спонжики для лица. Уже две штучки закончила. В общем, неплохие спонжики. Закончился крем для ног от Невской косметики. Я как-то покупала. В общем, закончился он давно, конечно, но все забывала вам его показать. Это у меня подорожниковый, в общем, питательный крем с глицерином и экстрактом подорожника. Тюбик жестяной, если кто помнит, я показывала как-то в покупках. В общем, неудобно было использовать в жестяной упаковке его. Использовала как смогла его. Но крем сам по себе неплохой. Девчонки, советую. Вот сама Невская косметика для меня стала таким вот открытием, я не знаю. Потому что все крема, которые я пользовала, все крема, которые у меня были, это пару кремов для лица. Вот для ног у меня был крем. И, девчонки, я честно вот в восторге была. Ничего не могу сказать. Да, вот упаковкой только недовольна, но это уже сходит на нет, если крем сам по себе неплохой. И еще у меня закончился крем тоже от Невской косметики. Крем для лица питательный, для сухой нормальной кожи. Содержит натуральный ланолин и оливковое масло спермацетовый. Да, я тоже как-то его показывала. Честно, я его вначале использовала на лицо. Использовала его на ночь, так как он был для меня очень жирный. Я уже о нем рассказывала, что он очень-очень-очень жирный был. И подходил бы для очень-очень сухой кожи именно в зимний период. Я его использовала тоже в зимний период на лицо, на ночь. И пользовалась, честно, девчонки, когда просыпалась утром, у меня лицо было такое гладкое, никакой липкости, никакой жирности не было. Честно, я им была довольна. Но потом мне как-то уже надоело им пользоваться, и он был какой-то бесконечный для меня, поэтому я его уже допользовала на ноги. На ноги тоже просто бесподобный крем. Честно, девчонки, советую, вот хотя бы для ног. Да, огрубевшую кожу он вам не смягчит, и именно так, как вам хочется. Именно для идеальных ножек, у меня они не прям идеальные, конечно. Местами где-то есть такая вот грубоватость, но я ее спиливаю. Также всякими скрабами пользуюсь, поэтому она у меня в основном гладкая получается. И вот когда использовала этот крем, ножки у меня тоже были гладкие, ухоженные. Главное, что кожа была мягкая, мне это очень нравилось, так что могу тоже посоветовать. И еще что у меня закончилось, это так вот из разряда каких-то таких медикаментов. В общем, закончился мой курс приема витамина Аевит. В общем, закончила, вот 40 штук я приняла, и через полгода начну принимать опять. И закончился у меня барбавал, не знала, показывать его или нет. В общем, обычное успокаивающее средство из такого вот довольно-таки бюджетного средства. Есть какие-то таблетки, я знаю, очень хорошие, но честно вам скажу, я использовала вот этот барбавал, у меня был такой период, не знаю, в феврале где-то, наверное, я как-то нервничала очень много, ну, связано с работой было. Есть такие успокоительные, которые очень интенсивные, которые успокаивают именно так, что ты просто в каком-то трансе находишься. Это средство нужно использовать по 10-15 капель 3 раза в день. В общем, я поначалу использовала по 5 капель, мне этого хватало с головой, тоже 3 раза в день, и увеличивала дозировку, потому что знаю, что в инструкции написано, приводит к привыканию, потом просто можно как наркоманкой стать от него или из-за него. В общем, я поэтому дозу как бы вот увеличивала, потом, когда курс у меня уже подходил к концу, я дозу уменьшала. Советую, кто тоже бывает нервничает, время от времени советую. Еще закончила мыло от Dove, тоже показывала его вам в покупочках. Было оно запахом ванили у меня и корицы, по-моему.
В общем, я была им довольна. Девчонки, мыло просто вот бесподобное. Мне оно нравится. И еще у меня не закончилось до конца. У меня еще полтюбика где-то есть. Это антисептический гель для рук, бархатные ручки. Увлажняет, не сушит кожу. В общем, 99% защиты от болезнетворных бактерий. Это какая-то новинка была здесь, 50 миллилитров. Запах у него был обалденный. Сначала запах такой спирт, а потом чем-то таким, не знаю, вкусненьким пахнет. Не знаю чем, вот какой-то вот цитрусовой, что ли, отдушкой отдает. В общем, почему я его не закончила? Потому что здесь срок годности 6 месяцев, а я его как-то закинула в сумку и вот забыла про него. Сейчас достала, тоже начала пользоваться им, но решила обратить внимание на срок годности и все. И понимаю, что уже воспользоваться им не могу. Так что вот тоже моя оплошность такая, но средство было хорошее, очень хорошее. Спасало меня не раз где-то на улице, вот просто обработать руки, покушать. Также в каких-то заведениях, там, где, к примеру, туалета нет или раковины нет, руки помыть, тоже очень хорошо спасало не раз. И еще у меня закончились средства от чистой линии. Закончился у меня мягкий лосьон для снятия макияжа Свек, в общем, отвар целебных трав 85%. Бережно снимает макияж, укрепляет ресницы. Пользовалась им, была довольна, покупала в основном на работу, потому что я туда беру в основном такие бюджетные средства какие-нибудь. В общем, я им была довольна, девчонки. Уже не раз, по-моему, я говорила о нем, и многие сейчас на YouTube о нем говорят. В принципе, советую. Немножко, да, щипит глаза, если, конечно, много на ватный диск нанести. Но если не перебарщивать, то довольно-таки неплохо снимает макияж и не раздражает глаза, ну, по крайней мере, мои. А я не могу сказать, что у меня нечувствительные глаза. Еще одно средство у меня закончилось от чистой линии. Это даже не закончилось. Я его выбрасываю, потому что, опять же, срок годности. Я почему-то забыла, что срок годности у этого средства полгода. И вот оно у меня простояло. Я им, конечно, пользовалась, но очень редко. И, получается, простояло без дела, можно так сказать. Это спрей. Это ухаживающий фитоотвар для волос. Красота и сила. Ежедневный экспресс-уход. Укрепляет по всей длине, защита от сечения концов, волосы легко расчесываются и блестят. Отвар крапивы для ослабленных и ломких волос. 160 миллилитров здесь, средство было неплохое. Меня не впечатлило, честно, вот именно это средство, поэтому больше не куплю. Еще у меня закончилось средство для интимной гигиены от Avon, 300 миллилитров здесь. У него плохой состав, очень плохой. Но я считаю, для такого использования нужны как-то более-менее натуральные средства, либо аптечные, потому что это не шутки все-таки. Закончился гель для бритья от Фитоэксперт. Написано: натуральные экстракты, защита от раздражения. Алоэ вера, ромашка, провитамин Е. Брала я для молодого человека, ему это средство не понравилось, мне оно тоже не понравилось. Когда приобрела, я решила воспользоваться, какое же оно. Честно, с пеной для бритья не сравнится, и с гелями даже от Avon, Oriflame не сравнится. Это просто говёшка, которую никому не советую. Вот увидите вот это в магазинах, это бюджетное средство, и если вы его увидите в магазинах, не покупай. И последнее, что у меня закончилось, это маска моя любимая от Numero. Там уже ее оставалось, в принципе, капелька, ну как-то вот использовала много-много всяких различных средств, забыла про нее, и вот уже понимаю, что нужно допользовать, потому что здесь срок годности еще 12 месяцев, а я приобретала в прошлом году это средство и решила вот от греха подальше допользовать, чтобы не стояло. Я довольна этим средством, ничего плохого сказать не могу. Маска это для меня просто вот, я понимаю, что здесь силиконы, всякая-всякая всячина,
но для меня она самая-самая-самая актуальная, самая хорошая. Цена-качество соответствует. Конечно, для меня это немножко дороговато, но иногда балую себя. Я довольна, это моя любовь была. И вам советую. Вот и все, что я хотела вам показать, рассказать. Надеюсь, что-то для вас было интересно. Может быть, что-то вы пробовали из того, что я показала. Также пишите мне в комментариях. Мне будет интересно узнать ваше мнение об этих продуктах. Спасибо за внимание. До следующих видео. И пока-пока.